В шестом выпуске третьего сезона «Мастер-шеф-профессионалы» судьи решили сами выбрать капитанов для первого испытания. Ими стали Стелла, Игорь Мищенко и Влад Давиденко. Стелла возглавила команду «Синих» и выбрала себе в помощники, как обычно, Николая Люлька, Элю, Лилю, Влада Цымбалюка и, как обычно, последним остался Игорь Андрияш. Он тоже пошел к ней в команду. Игорь Мищенко возглавил команду «Зеленых», и чтобы разбить сильную коалицию Стеллы, Коли и Вити, он забрал Виктора к себе. А еще Николая Мигаль, Лиду и Николая Овчаренко. Ну и Влад Давиденко стал капитаном красной команды, в которую вошли Виталик, Леонид, Руслан и Неля. В первом испытании участникам нужно было воссоздать любимые блюда Эктора и таким образом развенчать миф о том, что непрофессионал никогда не сможет приготовить блюдо ресторанного уровня. И непрофессионалами будут главные герои 6-10 сезона «Холостяка» Иракли Макацария и Максим Михайлюк, а также главная героиня «Холостячки» Ксения Мишина. Суть испытания заключалась в том, что Иракли, Ксюша и Максим получат от трех команд готовые кукинг-боксы с полуфабрикатами, по которым за 20 минут должны доготовить и сложить готовое блюдо. Под коробками-загадками участники нашли фотоаппарат и ноутбук, с помощью которых они и будут создавать инструкции и дополнительные подсказки по приготовлению блюд. Ксюша готовила блюда из кукинг-бокса синей команды, Иракли зеленой команды, а Макс Михайлюк красной команды. И, если честно, за них переживала больше всего, потому что Максим на кухне особо не внушал доверия. И после того, как судьи и непрофессионалы попробовали все блюда, то победу одержала синяя команда, капитаном которой была Стелла. Эктор добавил, что у зеленой команды тоже были небольшие погрешности, но они могут подняться на балкон. Поэтому Влад, как капитан красной команды, должен был выбрать двоих людей, которые наденут черные фартуки. Выбирал он их, конечно, очень странным способом. Парни уже были, девочку ставить не буду, поставлю Руслана. Но на самом деле в таких конкурсах не должно быть разделения на парень или девушка. Все повара и все должны бороться на равных. Если накосячил, то должен отвечать. И здесь черный фартук должна была надеть Неля, поскольку она приготовила тарталетки, которые не понравились судьям. Во втором испытании капитаном команды стала Стелла, поскольку девушка победила в предыдущем испытании, и судьи дали ей приятный бонус. Она сама могла выбрать двух участников, которые возглавят другие команды. Стелла тоже, видимо, посчитала, что Нелю незаслуженно не поставили в черный фартук, поэтому выбрала ее капитаном, чтобы она смогла показать, что она может. А также Влада Цымбалюка. Во втором испытании судьи подготовили для профессионалов кулинарный ребус. Им показывали 5 картинок с ассоциациями, имеющими отношение к загаданному блюду. Какая команда отгадывала блюдо, та и забирала себе, чтобы его приготовить. Но подвох в том, что зачислены будут только правильно отгаданные блюда. И на приготовление у участников было всего 1,5 часа. Было очень обидно, когда ребята знали или догадывались об этом блюде, но по какой-то причине его не приготовили. Ну и в итоге победу по количеству баллов получила красная команда Влада Цымбалюка. А двум другим командам нужно было выбрать по одному участнику, который наденет черный фартук. Перед голосованием Неля попросила слово у судей и попросила, чтобы они без голосования позволили ей надеть черный фартук, поскольку она, как капитан, должна отвечать за все происходящее. Однако судьи сказали, что на проекте есть правила, и команда должна сама сделать свой выбор. Ну и команда, видимо, прислушалась и проголосовала против Нелли. А в синей команде все проголосовали, соответственно, за Игоря, поскольку на испытаниях он практически ничего не делает, по сути, принеси-подай. Ну и на битве черных участникам нужно было приготовить блюдо с помощью дегидратора. И по решению судей лучшим комплексным сетом стало блюдо Руслана. А проект на этой неделе покинул Игорь. А на этом все. Услышимся.